В Бурятии до окончания переписи населения осталось меньше недели. Почти до 20% жителей республики по каким-то причинам переписчики еще не дошли. Вызвать их в удобное время можно по телефонам горячей линии. Номера сейчас на экране. Там же помогут советам, как пройти перепись самостоятельно в интернете. Переписаться по телефону нельзя. Реализовано в эту перепись несколько способов пройти перепись. Это первое, это пройти перепись на портале госуслуг. Второе – это когда к вам переписчик придет, он, то есть, вас сам перепишет на планшетном компьютере. Третий способ – это прийти на переписной участок и переписаться там, на стационарном. И также можно переписаться во всех многофункциональных центрах. На сегодняшний день в республике переписались 827 тысяч человек. Каждый пятый житель Бурятии сделал это на портале госуслуг. Переписной персонал в республике – более 2000 человек. Работа довольно-таки напряженная, но довольно таких больших эксцессов как бы у нас не было отмечено. Были отмечены укусы собаками, ну это как и в предыдущей переписи, но сильных не было. Вся информация вносится со слов переписываемого, поэтому что человек о себе заявил, та информация будет внесена. Ну, конечно, если ему будет там 120 лет, либо там 150, тут мы обратим на это внимание, да, и внесем определенные поправки. Марина Михалева, Артур Звержевич, телекомпания АТВ.